Ой, господи, что я пишу-то? The next dia где? А я думаю, что не подключается? Такой значок отображается, когда производится сохранение. В общем, давайте, а? Короче, давайте, короче, совсем с нуля. С новыми персонажами? Ну да. Ну я из тот же класс выберу, если что. Так. Аналогично. Так, а вот кто там, кто где? Ты подключился к комнате? Так, в комнате я подключился. Так, где мы? Так, Вермис, Borderlands 2. Так, сервак стоит? Нет еще. Нет, еще не стоит. Сейчас, подожди. ФПС показывается у меня еще. Но у меня пока FPS не проседает в игре. Если начнет проседать, я убавлю конфиги немножко. Я сразу их убавлю. А я на стандартных сижу. А у меня почти все на максимум выкручено, кроме разрешения. TX, кстати, с разрешением. А, не, вроде нормально. TX, выбор персонажа, создать нового персонажа класса. Я, наверное, народ минут через 20 попробую к вам подсоединиться. Или дайм, кто первый скачает, лол. Ага. Ну, у меня интернет быстрее. Так, можете уже подключаться. А, да, я уже подключился. Так, а кем я вообще играл? Шизомансером играл, Зеро играл, Сирена играл, этим турельщиком не играл. Заткнись, Nvidia. А чё? Вот это тоже пойдет. Так, где моя раскраска любимая? Чё значит игра начнется? Ты офигел, я тут сервер, я решаю, когда игра начнется. Я вас обслужу. А, не буду имя менять. Подтвердить выбор. Я в прошлый раз поменял имя, и у меня запагало все. Окей, давай подрубайся лучше. Дед Трико второй. У тебя одна минута, чтобы класс успеть настроить. Ну я настроил. А, ну, ой, блин, игра начнется через... Ну ладно, значит, будем в первой, в стартовой локации ждать Оки. Средняя, вблизи... А, ты, Оки, тебе еще маленький совет, сразу звук убавь. Я знаю. Я все знаю. А, кстати, Дест, можно тебе вопрос? У тебя в ОБС какие множители стоят на микрофон и на программы? Куском? В ОБС там есть множитель, ну, усилитель звука в общем. На микрофон и на программы. У тебя какие значения стоят? Такс. Микрофон пусть. Это у нас где находится? А, вот нашел, что спросить. Настройки, аудио, усиление приложения, усиление микрофона. Десктоп буст 1, мик аукс буст 1. А, у тебя по единичкам. Я по тройке просто поставил, потому что у меня что-то глуховато слышно. Мьюздари, кто мне напомнит, как ник менять? А, вот, нашел. Skidrov.ini там поменять. Уже нашел. Окей. Я получен доступ, прощелкиваю. Он мне его опять высветит. Навеки оки. Так, с снайперками так. Будем опять мериться или нет? Так, ну, у меня лично снайперка. А, далее. Чинук, 7-кратный прицел, 37. Урон 37? Да. У меня 54, тебе отдать? А ты прицел какой? У меня 6.1. А у меня 7.0. Ну, как бы тебе что важнее, урон или прицеливание? Мне без разницы. Ну, тогда ладно. Я все равно... Я буду
кемпер ближний бой. Так, и напомните мне, куда там идти-то, для в какую комнату? А сообщество, ну, комьюнити... Как я уже... Нашел? Я проиграл. The Next DFK, ты подключился к нему? Подключился, я говорю, в игре куда-то. В игре найти игру, да, с кем. А, рано, в начале как его, сетевые настройки переключи на локальную сеть, потом найти... Это игру. Изначально включено. А, нет, у меня нет. Я, да. Кстати, у меня еще вот этот вот оверлей показывает скайп, сообщение в скайпе. Короче, я теперь в любой игре буду знать, что творится снаружи. Так, у меня локальная сеть стоит, но игру он искать не хочет. А ты запустил через Tangle или нет? Так, В Tangle кнопочку запуска и выбираешь экзешник. Если он будет тебе ругаться на немецком, то забей на это. Он у всех дебильный Tangle, я его случайно выключил. Я запустил, что на крестик он закрывается паскудно. Блин, ски, блин. Тут тупо высоты прыжка не хватит. Блин, хочу внятный Postal 4. Не как Postal 3, а как Postal 2, только круче. Я тоже. Капец. Больше Postal, богу Postal. Такой редкий момент, когда Postal 3, блин, разочаровал прям это, буквально со второго уровня. Да он вообще-то с первого разочаровывает. Не, ну на первый, на то и первый я еще понадеялся, но зря я понадеялся. А я флажки буду отпинывать, все, я отпинал все флажки. Пока там что-то делает. Я смог скайпа-чат вывести, так что я даже говорить могу, точнее писать в нем. О, Оки вступает в команду. Обитатели Пандоры стали сильнее. Феликс, выбор персонажа. Что ты с пикромансер делать, что-то забыл? А, электричество плюс мощный пет. Ага. Это оно мне не надо. Нет, не надо. Хочу сирену. Или попробовать. Ну, сирены оптимизации идет в огонь и в кислоту. Не, я знаю, не, я из нее хиллера это. Как я и делал хиллера, так и буду продолжать хиллера. Если в первую бороду будем играть, то я в первой бороде буду хиллером. Короче, и сирена, и хиллер. Так. Кстати, мне хиллер понадобится, потому что я больше буду бегать в толпе противников. Давай спавнись уже, пойдем по квесту. Где тут настройка дизайна? Это а там... Ты сирену щелкни в начале, и у тебя она появится. Нет, он у меня просто этот... Блин, это, наверное, в главном меню надо. Черт. Какую настройку дизайна, что ты хочешь? Прическу современную там, я не знаю. Я тебе говорю, по сирене щелкаешь, и у тебя будет, значит, настройка головы и настройка этого. Нужно в начале класс выбрать щелчком мыши. Ты сказал, по сирене щелкни? Да, то есть ты вот подключаешься к нам, выбираешь то, что ты будешь сиреной. Так он не открывает, блин. Это потому что мы уже начали. Да короче, потом сделаешь, там будет где поменять. Пошли, подключайся и погнали. Причесочка не модная. А вот я тебе говорю, я вот смейте. Да, да, там редактор будет позже. Я не накрашенная. Мочить монстр накрашенный. Страшная. Страшная, не накрашенная, не прокачанная. Кто меня такой возьмет замуж? Так. Сейчас опять скайп выведу. Окей, пошли. Слава богу. Что-то забыл. Где у меня тут рукопашка? В. F. Или В? В. F это способность. Ладно, пошли. Я
вижу звезду смерти. Звезда смерти. Это буква H смерти. Ну а за ней это звезда смерти. Тест, пошли, Оки уже... Оки вообще, уже... глядя на эту планету и букву H, мне этот кажется, этот, которая... Планета зеленый фонарь, блин. Сколько зеленых фонарей. Да, ее только в зеленый перекрасить не хватает. Ух ты, кстати, эта буква H реально выполнена в виде модельки, а не в виде рисунка на небе. Вообще, заметил. Планета крутится. Да я просто никогда на нее не смотрел толком. Тест, пошли уже, хватит там печатать. Не знаю, я всегда смотрел. Обожаю вот такие эпичные фоны. Так, я бегу к вам. А я пытаюсь запрыгнуть на стену. О, я тут какое-то место нашел, но сюда тупо пролезть нельзя. Обидно. Правильно, жопу отрастил. Я мужик, не можно. Кроме того, я мужик с большим пилотопором. И вообще, это не задница, это мускулы. На-на. Да блин, найти место, где куда этот чат впихнуть, чтобы не мешалось. А хрен тебе вообще нужен? На всякий случай. На всякий случай, потому что твитчевый чат не хочет у каната работать. А! А сейчас все ящики откроют. О, всё, моё! Катсцена! Да куда без катсцены? Я слышал железяку. Все слышат железяку. Бань! Я собрал все. Я собрал все. Вся моя. Что за пистолет, кстати, дали? А я только грязь под ногтями и перхоть в волосах. Все, Акинатору. Люблю пистолеты этой фирмы. Несмотря на то, что я их не люблю, я их все равно люблю. Блин, это даже так и до сих пор не разбираюсь в оружии. Просто что красивее смотрится. Ой, у меня снайперка есть. Круто. Я тоже с снайпой хожу. Тебе снайпы. Ага, как это... положено по классу со снайпой ходить. А он кто, Зиро? Да. Да. Как в резне, в Фаллуджи, блин. Пол команды снайперы, блин. Ну, я-то еще при этом хорошо стреляю, так что не надо здесь мне. Мы вчера когда играли, я критовал на порядок чаще, чем Дест. Ну, я вообще в шутерах не очень. А? Даск у нас псих. Да, который в ближнем бою специалист. А ну понятно, что псих, а по классу кто? Тонко. Да, вот. Блин, я хочу туда запрыгнуть, что за нафиг? Дебильные невидимые стены. На самом деле туда можно залезть, но нужно постараться. Оп. Вот смотри, я залез. Я мог бы прикол, если бы ты отсюда слезть не смог. Крип. Не попал. Не попал. Крип. Где они там еще? А, у моей текущей винтовки скорострельной слабенькая. У прошлой была бы выше. Сезон охоты открывается. У меня 97 хп, ахаха, затроллил. Я просто файл профиля импортирую всегда. Во Франции нечего делать. Домовники кончились в ней. И вот убиваю я время, печатью швыряясь в мышей. Личности трейлера мозги взрываются, Джордж сука скусает локти и мается. Дай, оператор, дай нам пройти, робот ведь сверху, не упади!
Ocean of blood! А, 5 секунд. Мне нужно текстурки убавить чуть-чуть. А, сразу на среднячок поставим, нормально. Один хрен графон, а тот все равно приятный. Так, это что там, железяк что ли копается? А, точно. Я его клаптрапом привык называть. Да я тоже еще с первой части. О, сразу FPS выросло, вот это я понимаю. Около 60. У меня 46 FPS, и мне норм. Ну, я уже превратился, я уже отвык от всяких дюков-нюкимов и игры с 20 FPS. С новым компом. Иди вы к черту со своими доступами. Я не вижу ни хрена. Оки, уйди с дороги, я пытаюсь флаг порвать. У меня тут банально нет. Этого. У меня тут банально флага нет. Ну, у меня физикс на максимум выставлен просто. Да хватит брать уже клаптроп гребаный. Не отпустите меня! Я хочу домой! На планету Земля. Где там обитают они? Или на Корусант. На Кашик. А, что там, прикольно. Вуки бегают. Мы даем тебе ранг Вуки, подаван. Блин. Блин, я не успел собрать последнюю. Эпик босс! Или не эпик? Жалко убивать. Ой, нет, провернулся. Замечательно, он еще и агрится на меня. Ой, блин. Так, я в харю залеплю. В харю. Сейчас он наверх запрыгнет. Критами там его добьем. Yes, мой. Дождь! It's raining loot! Аллилуйя! It's raining loot! Моя! Так, минуту, у меня тут эта хренька выскочила какая-то. Так, перенастройка рукопашную. Более удобную клавишу. Не знаю, люблю рукопашную. Мне думаю, насколько... мне сейчас стоило сделать эпичные действия. Я увидел деньгу под скалой. Надо было с криком Джеронима за ней упрыгать. Так, у нас на Кью что вообще? Так, а полезное действие это что вообще? Полезное действие. Да, помните. Кью полезное действие это что вообще? Я не знаю. Ну-ка, ты это где нашел? Настройки. Клавиатура, мышь. Назначение клавиш. Полезные действия? Лол. Да, вот мне это интересно. А, короче, смотри. Клаптропу можно при помощи этой клавиши дать 5 в городе. И все? Да. Ну, она вот за такие некоторые действия отличает. О, я оборвал флаг еще один. А куда нафиг сейчас-то? Уж на нее рукопашку повешу. Я суровая современная женщина. Монстров на скаку останавливаю одной рукопашкой. Еще не накрашенная. Да, не накрашенная, вообще звездец. Распугаю всех нахуй. Мне кажется, что ты ногой размахиваешь вокруг себя. Нет, я чем-то красивым и светящимся долблю. Ну, это мы с Дестом тут махаемся. Я вообще хочу вертуху делать. Ты где успел ХП покоцать? Кто? Мой дробовик. Ой, блин. Опять однозарядный дробовичок Джейкобс. Так, все остальное тут уже полутали. Ух ты, у меня теперь эти флаги активные, лол.
А вчера были неактивные. Сейчас я его опорву. Обрывать флаги. Нужно больше обрывать флаги. Мяшный револьвер. Лучше его возьму. Так, снайперка. Нет, снайперка остается мяшной. Блин, люблю револьверы. Мало заряда. Народ, вот там какого уровня уже? Второго. А, хорошо, я, значит, скоро подкинусь, минут через 5-6. Ура, я отстрелил флаг. Блин, долго перезаряжается, зато 16 патронов. И ЧАЭС, ё-моё. Какая трагедия для человечества. Да чтоб тебя наконец-то отстрелил. Ты во что там шмаляешь, я не понял. У меня флаги динамические, я могу их обрывать. А. Физикс такой мне физикс. Мне их не отображаются, я буду их придумывать и рвать. Лол. В общем, кстати, у меня еще, например, когда по персонажам криты выбиваешь, кровь из них по земле разливается. Правда, ненадолго. Не, я... Кровь по земле не пофиг, а вот фонтаны и кровиши. Хедшот. А я тут танкую. Танкуем. Сегодня мы с тобой. Так, нет хедшота. Так, с минутку, я сейчас настройки себе чуть-чуть сбавлю, а то я себе выкрутил на максимум дальность прорисовки. Блин, не умею снайперить. Револьвер. Это... Кому револьвер? Хедшот. Хедшот. Ну да, в стоячие-то цели чё бы и не попасть. А, нет, это не хэдшот, но близко. Блин, как же я люблю хэдшоты. Надо ещё конфиги убавить. Опять проседает. Мочите их, мочите! Блин, вот я люблю в играх, когда разные фракции монстров, когда они друг с другом сражаются. Я замочил стоячие нуба цели. Я настоящий Ладно. Снайпер. Я убрал объемное освещение, к черту его. Игра и так неплохо смотрится. У меня оно, по-моему, до сих пор и стоит. Ну ты-то не стримишь. А, да. В рукопашную! Давай. Я игнорирую свой класс в рукопашную! Стас, у вас у сервера какое имя в Тангле? The Next Decade, слитно, маленькими буквами. Частная комната. Частная комната. Так, а теперь за мной. Пошли добивать третий уровень. Пока склепыч подключается. Не, нравится мне мирок борды. Красивенький такой. По нему ходить приятно. Красивые люди друг друга убивают, душат. В общем, идет цивилизованная жизнь. Макдональдсов понастроили. А чё, нормально? Так и должно быть, наверное. Смотрю с тоской на всё это дело. В рукопашную! Блин, вообще, больше критов с дробовика. Не бойся, нам ещё эту локацию дадут завалить всех. Ничего. По квесту уже. Так, а докуда я вообще максимум доходил? А, блин, не помню. Я не локации не... Ты сюжетку проходил до конца или нет? Не. Я даже не помню, говорю, я просто все что-то мимо тупо пролетал, квесты читать не успевал.
локации, да, там. И ты еще возмущаешься, что тебя за спиной оставляют. В смысле? Ну кто там возмущался так же, как я, мол, типа, все вперед бегут, а я тут исследователь такой все облазил. Я в том и прикол, что я же один-то ее не проходил. Мне одному не интересно. Так, ладно, Даск, напомни мне, как тут частные комнаты искать и прочую херню. Сообщество сети правил. Borderlands 2 ввел сейчас имя. Нет. Сообщество щелкаешь, частные сети, внизу будет кнопка подключиться к сети. Нужно ввести имя сети The Next Decade. Так, частные сети. Где тут? Тест, напиши Private Networks. В чате. Private Networks. Самая первая вкладочка там. Дэс, на экране Network Type, как там? Нет, смотри. Блин, я сейчас тебе объясню. Развернул окно Tangle, сообщество, сети, частные сети нажал. Да, я сейчас там. У тебя в самом низу тип сети, basic, название сети, туда пишешь The Next Decade, потом щелкаешь кнопку присоединиться. Понятно. За эту Dask, ой, Dest, веди мне эту название сети. Да, название сети ему скинь. Просто я каждый раз, когда сворачиваю, у меня при развороте игры начинаются лаги. Я не хочу лишний раз этого делать. Ну, блин, я квест стригерил, ну ладно. Короче, я не успел читать квесты, но мне писи тут харизматичный одним своим видом нафиг. Блин, ну люблю такую мультяшную графику. В городе она, по-моему, самая лучшая вот из тех, на данный момент, которых так, я видел. Так, пароль у вас какой? Без пароля. Ой-ой. Что случилось? Вот, гляньте. И куда глянуть-то? В чат, кто может. В чат кого? В скайпу? В скайпу. Понятно. Советский. Я бы вообще, знаете, такой этот. Создать бы Советский Союз. Так, кто Володу вообще играл онлайновый? Я пробовал, но немного. Блин, создать бы империю. Прикольно. А, Володы, я играл Володы. Фантазийный Советский кто Союз. Кто отдал глаз? Я хотел Скрепыча дождаться, а не отдавать глаз сразу. Да ладно, хрен. Ну, ты будешь проседать по опыту где-то уровня до 10 тогда. О, отлично. Эхо. Что? Иди, птичка. Так, где сено? Мне надо сделать прыжок веры. Блин, красотища какая, а? Отлично. У меня уже есть щит, и у меня есть пистолет с оптикой. Эбай, чёрт, помазал. Что ты тут размахиваешь? Мы здесь вдвоём поместимся. Сети, честные сети. Бабах! Ну, давай, докислись. Есть, докислился. Теперь можно идти. Клепоч, ты долго еще там? Division is что-то там. Так. В сетке ты смог подрубиться? Вроде бы смог. Ты погоди. Видишь нас троих? Не-не-не, погоди секунду. Сейчас он какую-то мне херню впаривает, а у меня еще вдобавок ком глючит. А случайно при... Блин, я, короче, какой-то квест случайно что-то не то сделал, по-моему. Ай-яй-яй. Ты маленький... маленький гадость. А, я что, все квесты уже взял? Вот назвали их. А, кстати, я сейчас квест переключу. Все, пошли. Не, ну я и в одного, конечно, их завалю всех. А склеп там где? Да, склеп сейчас с этим борется. Так, вон да. Ах ты собака, еще птица. Ай, блин.
Ах ты собака, еще птица. Эй, блин. Мало того, что собака, так еще и птица. Честно. Такая собака, что же. Помните, что мне радует в механике первого Borderlands? Ой, второго, точнее, Borderlands. Так это то, что нет опыта на оружие. То есть ты прокачиваешь не то оружие, которым пользуешься, а ну вообще, короче, эту фигню убрали. А, то, что просто улучшается это оружие нужного уровня или... Нет, смотри, в первом Borderlands, короче, была такая система. Чем больше ты получаешь опыта, убивая монстров с какого-то определенного типа оружия, тем больше уровень этого прокачивается. Оружия. Да, владение оружием улучшалось. А, это в натуре хорошо, что убрали, блин. Не люблю такое. Да, хотя бы потому, что, например, у тебя классово дробовики, да, а ты пол игры ходил с автоматом. У тебя получается, что тебе без разницы, ходишь ты с дробовиком или с автоматом. Потому что у тебя за счет классовости дробовики подкачаны, и ты подкачал за первые пол игры автоматы. Просто это как бы не очень удобно, считаю. Ну, правда, есть другая сторона этого вопроса. Короче, в первой бороде, значит, у пистолетов при прокачке увеличивался урон, точность и скорость перезарядки. Именно вот эти три параметра. То есть, чем больше используешь пистолеты, растет уровень и, соответственно, точность, урон, бонусный бой. Да, у всех системки свои плюсы, свои минусы. Нет, я даже не знаю, как вы больше подпочитаете. Это можно считать багом, потому что был револьвер в первом Borderlands, у которого очень низкая скорострельность. Он делал выстрел, потом секунды три ты ждешь, второй выстрел. Так вот, сильно раскачав пистолеты, можно было просто выстрел, перезарядка, выстрел, перезарядка, выстрел, перезарядка, и получалась скорострельность выше, чем базовая. Это был такой маленький баг в нем. Надо квест сдать, кстати. My little buggy. Ой. Зим уже работает. О, ура, мне пулемет выдали. И еще два квеста. Взять на продаче. Так, идем по тому квесту, который у нас поставлен. А я пока подумаю, что мне бы поменять. Этот ровер, кстати, неплохой выдали. Думаю, заменить пока вот так. Да блин, дайте мне заменить. Дробовичок продадим. О, у меня уже четвертый левел, лол. А, наверху кто-нибудь кнопку нажмите. Ух ты, у меня револьвер с оптикой. Ну как оптикой? Маленький круглый прицел на нем. Причем голографический. Бабах. Народ, там у вас мазокса. Фатал 007 и прочая херня, да? Да. Ага. Я посоха, еретик. Блин, обоим. Хорошо, еще не Мазепа. Мазепа. Люблю миниганы. Так, пошли приобрел. Кстати, этот возьмем сразу. Кто отстал? А, Оки отстал, ну ладно. Да, я забыл магазин посетить. Так, ну ты взял няшную. Мы тебя подождем, мы тут пачку противников разложили. А как бы ты взял пистолет с прицелом? Так, я подключился к сети. Вхожу в Borderlands, и дальше что? А, запускать локальную сеть? Нужно и стандарт запускать. Включаешь режим локальной сети, и потом найти игры. Найти игры, ищу игры. Окей, давай к нам. Так, Даскин, вижу. Подключайся, это мы. Я лечу к вам. Ждите меня. А, кстати, погнали вот сюда вначале сходим. Ну, вначале вот этих чувачков разберем, потом пойдем туда, куда я сходил. Так, народ, кто за кого играет? Я Зеро. Зеро, Сирена. И Крик заняты. Блин, дурацкий пистолет. Ни хрена не мет. Меткость хреновая. Хочешь хорошую меткость, бери Джейкобс. Просто странно, нахрена ему прицел, если его этот меткость уже револьвера. Ближний бой с револьвером. Кстати, способности еще не появились? Нет, но знаешь, скоро будут.
Мы уже четвертый левел. Блин. Ладно, нет, так нет. Так, и вот он я. И вот GameWorks прибыл. Да, ты никнейм забыл поменять, потом поменяешь. Да хрен с ним. Человек реклама. Ой, зачем я автоматом пистолет поменял? Беспросветный пистолет. Да, кстати, Оки перекрасился. А, да, Оки забыл перекраситься. Ладно, пошли. Куда вы там поперли? Пошли сюда. Не знаю, я шмаляю по первому, что попадается. Ну, так, и зря. У меня есть снайперская потом... винтовка. Вроде годная. Ну так это стартовое оружие. Стреляй. Ну вот и сплавно сойдет. Так, ладно, потом подберу что-нибудь стоящее. Ладно, тогда выбиваем этот квест, потом идем туда, куда я сказал. О, хп. Смотрите, я снайперю! Я еще больше снайперю. Я снайперю. Это я еще снайперку. Это я еще снайперку продал. Вот найду себе нормальную снайперку. А, из дробовика снайперишь. Смотрите, я снайперю из дробовика. Разбирайте, кому что нужно. Так, погодите меня. Какой ты страшный, Даск. Ой! Добивать ближним боем! Я сказал ближним боем добивать. А просто хедшотом никак. Нет, нельзя, шест мы получаем с них. Горбатра, ай, блин. Квест выполнить. 4 штуки нужно добыть. Раздамаживаем и добиваем ближним боем. Кибок, как это я умудрился? Ой, какой ты страшный чувак, твою мать. Блин. Я сейчас все. Как-то я немножко... расслабился. Готов. Минус 2. Так, блин. Давай, иди ко мне. Сразимся. Да, сдай мне его добить. Да? Мне тоже нужно. А, все. Есть. Спасибо. Тебя понимаю. Дест. Кстати, мы шерсть добрали. Угу. А, отдаем Хаммерлоку, кстати. А, нет, стоп. Клаптропу. Отдаем. Он забавнее смотрится. У меня, кстати, тоже миниган. Так. Я, кстати, квест сейчас пока переключу. Я пойду сдам клаптрапу. Так. А мы сейчас с Оки пойдем. Оки, пошли со мной. Блин, не допрыгнул. Ну ладно, хрен с этим местом. Хотя. Мне нужна хорошая и длинная снайперка. Тебе, кстати, лучше электрическую снайперку. У тебя бонусы к электричеству. Хочу снайперский бомб как. Я первый раз за этого перса играю, так что не обессудь, если что. Хочу снайперский болтер. Снайперский болтер. Кстати, это в первой части была всего лишь одна единственная автоматическая снайперка. Я помню, и в Mass Effect подбирал вообще тему. Не подбирал, но скорее всего, DLS. Теперь у меня есть граната. Кстати, тот гранатный мод, который сейчас стоит у всех, его лучше не использовать. Ну, в смысле, на открытом пространстве. Блин, у меня баг с квестом, мне надо заново этих тварей мочить, кажись. Так, ты это из-за того, что ты его не взял. Я сдал квест. Я сделаю аккуратненько. Контрабандная ракета Шутиха. Это с какого-то DLS, я первый раз что-то вижу. Это да, это, по-моему, то, что с предзаказов дается, что ли. Или премьер клапан, как-то так называется. О, я даже предзаказал, ай да я. Суть этой гранаты скачал. В том, что ее использовать исключительно в закрытых помещениях. Потому что на открытой местности она урон наносить банально не будет. Ага. Почему здесь нельзя
обоссать трупы, как в постеле, например. Потому что это не постел. Локи, ты куда убежал? Поехали наверх. Меня подведите! Меня забыли! Да, забыли мы меня, тут и без вас пройдем. Все, я здесь буду жить. Сейчас пойду добывать руду. Короче, я квест выполнил. О, офигеть, мне какой дробаш, оказывается, выпал в свое время. Так, это продать, это тоже продать. Вот и мы. А мне выпал порывистый уволень. 24/13 урон. У меня такой же, только у меня тройственный. Так, вот, у меня еще три боеприпаса за выстрел. И с оптикой. О, у меня тоже три боеприпаса за выстрел. Дискомфортный здоровяк. Так, это нам... это мы сдали Хаммерлоку, да, квест? Нет, я сдал Клаптрапу, все. Ну, я просто путаю их постоянно. Кстати, я купил себе свинцовый щит. Так, кто-нибудь еще Borderlands проходил? Я вообще в него второй раз играю. Я до конца проходил. Ну, я тоже этого хранителя убивал. О, кстати, значок надо союзить. Слушайте, тут реально прыжок веры можно сделать хороший. Ну да, он, кстати, за это достижалку дают. Если ты вместо того, чтобы поехать на лифте, тупо спрыгнешь, за это достижение должны выдавать. Окей, я вижу тебя в прицел! Да ладно, я вижу тебя без прицела, у меня зрение лучше. Так, летим. О, Клаптроп танцует там. Вот просто, кстати... А, кстати, сейчас тут эти понавылезут снова. А, уже понавылезли. Я вот такой неловкий момент, когда я вспоминаю, что у меня, блядь, нет щита. Да, что-то ты затупил, кстати. Фак. Эй, блин, да как я все так расслабляюсь-то? Поднимите мне веки. Блин, дал бы мне добить. Кто быстрее умирает? Блин, ты где? Я? Не успел. Так, дальше. Остановите планету, я хочу сойти. Эх, вот не надо было добивать их. Я подниму. Поднимите мне кишки с пола. Так, где Дест? Дест уже испарился? Нет, мне не дали никого добить, я с горечи помер. Ну, я еще на коленях. Дест! Нет! Нет, они убили Деста, сволочи. Так, я таки с полным запасом отреспавнился. Я хочу... О, отлично. Здесь видон. Здесь видон. Я король водохранилище. Так, квест сдал? Сейчас я сдам. Ну, короче, там, к чуваку подойдите. Там квест сразу за всех сдался. Да. Ну и отлично. А то мне лень куда-то идти. О, так что, моя способность наконец-то появилась. Показалось. Я сказал, будем этот квест выполнять. А нет, не этот. Пардон, вот этот. На тебя. Так, что там, драку устроили? Это что за фигня? А, вот он что. ВПВП. Что, разве без согласия, что ли, это? Нет, нет, ты как согласие. Раз согласие как раз ты и дал. Да? Да. А чё я этого не заметил? А, вот так, атака. Почему я согласился без своего согласия? Окей, атака в ближнем бою — это либо бросить вызов, либо его принять, если тебе его бросили. Я не соглашался дать свое согласие. И вообще, я хочу залезть на эту гору. Я хочу на эту гору залезть. Почему тут так темно и холодно? Где мои валенки? Иди сюда, я тебе покажу, где можно переодеться. Да хрен себе, господи, жалей. Склеп. Стой, не открывай. Ты это видишь? Она закрыта ведь, да? Она закрыта. Окей, иди сюда. Прическу будем менять. Ее нужно открыть и забрать оттуда запись. Но я умудрился забрать запись, не открывая. Please return the echoes to me whenever you are capable of doing it.
Вот туалет. Туалет. Вон он, я за тобой. Так, мне нужно защитить железяку. Вы этот квест уже прошли, да? Подожди, нет еще. Мы вначале пойдем на симбиоз. Мы вначале на симбиоз пойдем. Я, короче, жду вас. Блин. Ты где, Даст? Я разрываюсь между лохматой и очкастой. Ладно, пусть будет лохматая. Я вас жду, занимайтесь пока, там Оки доделает все. Ничего, взять не могу. Черт! Это срамство. Я не могу. Оно походу то ли платное, то ли что. Засранство. Так, в смысле? Ладно. Там не должно быть ничего платного. Ну оно под звездочкой, я его почему-то не могу выбрать. Странно. А ты когда тебе предлагали прослушать информацию о DLC, который ты... А, стоп. Алло? Да-да. Вот, и некоторые под звездочкой, блин, отмечены. Вы у меня вообще все пропали. А, нет, на все появились. Да чё за нафиг, под звездочкой прикольные расцветки прически. Вы меня видите? Да. Так, странно, у меня просто в какой-то момент вообще вы все пропали с экрана. Так, всё, так, я Саурон! Ты прав, под звездочкой самые прикольные. Ну, ты я увидел. Так, чё я застрял-то, я не понял. Ага, да, странно, кстати. Лол, мы Оки зажали. Кстати, выпустите меня, сволочи! Насильники! Их тоже не было. Как минимум один похож на насильника. Хочешь, сейчас ещё хуже сделаю? Где там? Два. Один насильник, один, а другой похож на хентайного робота. А третий явно лесбиянка. Ой, а чё это я умираю? Полечиться. Во. Всё, я закончил редактирование. Окей. А я остался. Я остался с чем остался. I need буквально пару сотен опыта до 5 уровня. Аналогично. Все, у меня есть щит. Давайте пошли. Piece of shit. Так, подожди ты меня! Тормоз. Я хилки покупал, у меня бабла не осталось. И продай. Их надо не покупать, их надо выбивать. Продай почку, купи хилку. И отрегенерируй почку. Цикл замкнутый. Это оторвало ногу? Перекатись за укрытие и отрегенерируй ее. Ага. Или вытащи. Опа, ты как туда залез? Или вытащи. Шифт, я с приседанием. Или вытащи. Я тебе говорю, в этой игре приседание вообще не влияет. Тут главное просто попасть. Мне отойди помогает. Отойди с дороги. Я тебе говорю, я проверял. Блин, я просто перелетаю через дверь банально. Вот та-та-та-та-та-та-та! Ну правильно на мою голову встал. Ну залез ты на крышу. Что, самомнение поднялось? Часовое поднялось? Чувствуешь себя победителем? Я сейчас выше поднимусь. Вот фу ты гайку, железяку. Нет, мы вначале добраться до Блэкбернской пещеры. Так, хватит биться об стену, наркоман. Наркоманы мы еще читали. Моя стена, что хочу, то и делаю. Хочу, бьюсь головой. На ней не написано, что она твоя. После того, как я побился головой, стала моя. Или ты хочешь, чтобы я ее вообще пометил? Я ее обоссу, будь моя. Я не уязвим к ближнему бою. Нет, на скажи самом деле, как? У меня просто отключено PvP совсем. Бывает.
Я специально его отрубил, чтобы меня тут на PvP не вызывали всякие. Хоть нормальный щит. Чё, нет, надо. Вообще-то... I need level. I need level very much. Обезьяна! Джеронимо! Карась, ты чё первый раз обезьяну видишь? Ой, камешек! Который... сбиваемый камешек. Да, их можно... Головы надо сбивать! Где долетел? Прикройте меня, блин, 47 хп. Я понял. Время меняется. Пятый уровень! Да ты круто. Так, ну наконец-то моя способность. Так, что там? Иди сюда. Так. Или. Ну пускай двойной анархист. Моя способность. Наконец-то. Не знаю, люблю я сирену, у нее способность удобная. И что, что самое странное, для меня у него нет ограничения по расстоянию. Почему-то уверен, что это где-нибудь средний, на средней дистанции. Танцуй, Даск, танцуй! Разрывай. Четвертый левел. Птички. Птичек может... Кончились боеприпасы для минигана. Минус один. Так, а что у меня там выпало-то, кстати? Что-то у меня там выпало на качестве награды. Так, а, точно, у меня... Я могу взять дробаш. Аналогично. Так, и какой-то... Если у меня мышка разглючит. Так, меткость чуть ниже и какой-то двойной анархист. Так, урон. Брать ли мне его? Ладно, возьму. А не говори. Таск, ты с кем там умираешь? Ай! Зачем ты умираешь? Успел. Зачем ты умираешь? Хватит умирать. Пулеметчик. Жри, скотина, жри! Ай, щит минус! Чё, поднимайте меня. Поднимите его, я сейчас подниму, Даск. Так, боржусь-ка, наверное, дробашом лучше. Хоть что ты с дробаша? Даск, ты похож на эмо. Человек умирает. Это все, что ты можешь сказать? Я спас эмо. Так. Уйдите от меня. Я в Гринписе состою. Я ваш друг. Ой, мне пацаны ходят. Чувак, тут нету Гринписа. Они не слышали об этом. Вы вынуждаете меня спрятать красную книгу и достать дробаш. Так, все, вы меня вывели. Господи, вот эти вот... Мне сильно напоминают звуки из Спайра. Так, все, нафиг. Говно, пистолет. Сейчас нам дробашит. Готов? Слушай, Даск, а тут от в зависимости от количества игроков, количество врагов повышается, нет? Сила врагов повышается. Сила врагов. Зачем дробовику оптический прицел? Чтобы для особых кадров. Ну, у меня есть оптический прицел, я им пользуюсь, и что? Не, я тоже им буду пользоваться, даже если смысла нету. Я потому что я просто люблю пользоваться оптическим прицелом. Тугой пистолетик, ладно, хрен с ним. Подождите меня. Ой! Привет. Ближний бой. Перезарядка, она так не кстати. Я отойду на некоторое время. Давай быстрее, мы тут не обдаём. Никитайся камешками. Блин, а мне нравится этот рыбак.
Ну веселый. Я помню, Морька очень любил Borderlands играть. Так вот, у него однажды выпал пистолет-бумеранг. Фак, я что сделал? Все, мне... Все. Выпрыгивай. Я гениальный просто, чувак, блин. Ты так орешь, я не знаю. Я просто гениальный. Все, мне разонравилось быть снайпером, теперь я буду снайперить с дробаном. Снайперить с дробаном это как... Это как шмалять... Ну, короче, дробан и снайперки. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то я переборщил залазить в воду, лол. У меня щит развалился. Что там Дест где? Хрен его знает. Я пистолетик себе нашел. Он прячется. От всяких. Спрятался, он же зеро. Он, его, вот он и прячется. А я хочу, я себе хочу дробовик этого Гипериона. Господи. Я себе офигеваю, блин, куда они придут? Все все знают, один я это, что красивее шмаляет, то и беру. Склепыч, еще, кстати, ты в курсе, что есть специальная ачивка, если, вот, например, перезарядкой TDR или любым ракетным оружием сбить птицу? Круто. Я над тобой сзади издеваюсь. Что ты делаешь, вращается? Я не знаю, видно ли анимацию прицеливания со стороны, но я ее постоянно выполняю. Отойди от меня! Оно идет со мной! Десту скучно. Иди к Десту. Иди к Десту, он ничего не замечает. Меня кидают с оружием. Лови. Блин, какие люблю такие укуренные игры, а? Мы меряемся с ним дробовиками. Чувак, вы... Твою мать. Да. Вы трётесь об дробовиками? Ты знаешь, как жирафы трутся шеями, когда спариваются. Я надеюсь, по высоте совпадает хоть. Примерно, да. Да. Так, стоп. Надо с этой стороны смотреть. Так, вот. Все, теперь это... Когда Дес придет, сюрприз будет. Вообще на него прикос. Дест, привет. 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 Все нормально, пошли. Пошли. Куда нормально ты пошли? Представляю, что тут было. Ну, да. Ничего особенного. Нет, ты не представляешь. А, вот этот дробовик получше. А, нет, похуже. Ой, какой классный дробовик, а? Мне он прям нравится. За мной, мои миньоны! Молчат бы. Это я говорю, это вы мои миньоны. Куда вы без меня поскакали? А, да, а у нас здесь ничего нету, я забыл. Тогда можно отсюда идти. Как так? Такая большая одинокая башня, зайти в нее нельзя. Это издевательство. А, мы в другой локации ящик профукали. Ну ладно, еще успеем вернуться к нему. Почему здесь нет рыбалки? В каждой игре есть рыбалка, я это знаю. Почему здесь нету рыбалки? Потому что Луки она нравится. Хочешь рыбалку? Поиграй в симулятор рыбалки. Склеп, хватит мои патроны жрать, я ими пытаюсь... Я видел, блин, это симулятор рыбалки онлайн платный, с абонентской платой. Больше возвращения в жизнь. Короче, мне кажется, дешевле будет купить удочку и в реальную рыбалку поиграть. Воистину. Так там даже нету это кооператива какого-нибудь. Ты просто рыбачишь, а потом меряешься числами с другими игроками, которых ты не знаешь, которые тебе нахрен не интересны. И за это еще абонентскую плату. Level up! Подождите меня секундочку. Level up! Oh yeah. Level up! Стой, куда ты от меня убегаешь? Я тебя все равно убью. Safety touch! Хе-хе.
О, нам безбашенного сразу же дали. Твою мать! Поднимите меня кто-нибудь. Дайте просто... я этого гада замочу. Да не замочим. Нет, не замочу, собой. Поднимайте меня. Да, блин! Нет! Тогда меня поднимайте. Как бог. Поднимите меня, ё-моё. Всё. Жестокус. Всё, лут мой теперь. Жестокус. Я убиваюсь над этими переводами, блин. Жестокус. Тест. Ой, о, господи, скреп, не хочу тебя пугать, но за тобой крадется жестокус. Какой кошмар, как мне дальше жить? Жестокус. Разве это не жестоко? Это жестоко, чувак. Так, я подальше побуду. Потому что у меня всего 5 хп. А у меня новый левел. На! На! И у меня новый левел. Я, кстати, по мощи примерно соответствую жестокусу под навыком. Ну, в смысле, я под навыком по мощам примерно как жестокус. Жестокус. Ну, вы поняли. На нас-то двое. Сразу начну вкладываться в хилу. Но при этом я с ростом уровня буду бегать быстрее, бить больнее и все такое прочее. Это из-за того, что я прометный. А еще научишься вязать и говорить по-немецки. Да. Кстати, технический совет тем, у кого швырятельное оружие, то есть не перезаряжается, а швыряется. Выстрел и сразу швыряешь, больше урона можно нанести в единицу времени. Фак. Поднимите меня. Я зато все патроны моментом сжираются. У меня уже 47 патронов осталось и всего боезапаса. У меня еще снайперская винтовка есть. Ау! Пардоньте. Кто меня вытаскивать будет? Сейчас подойду. Прикройте! Эх ты ж! Осторожно. Блин! Давай, подниму да тебя. Да я застрял, короче, просто в стене. Поднимите мне боки! О, пистолетик! Теперь меня поднимайте. Алло! Чё-то у нас все падают. Так чё ты хочешь? Кроме меня почему-то. Да. Так у тебя инвиз есть. Поделись секретом, Дест. У него инвиз есть. Может просто уйти в инвиз и слинять. У меня нет ласты, что я прикольно тоже. Застрял, мне что-то вообще не понравился. Ты тут скучный. Так, дайте мне пушечек. Все, забирайте. Так, у меня вообще. Как я все время мимо лута прохожу, а? Вот как так? Магия. Так. Это судьба. Так, мне вообще ничего. Вообще, а это модификация. Танцуй, танцуй. Подберите кто-нибудь. У меня места нет. Да и голову бы заюзал. Да, я подобрал башку, какой ужас. Я тоже фаер. Да. Вот так. Но я буду лучше с пулеметом бандитским ходить, а мы нафиг. У меня порывистый уровень. А по названиям ты сейчас не определишь. Да. Oh, I cannot. А, кстати, сейчас сходим до магазина. Мне бы в реале так прыгать, а? Хорошо, что тут спринт не ограничен. Ага. Мне кажется, это сделали специально, потому что если бы он был ограничен, народ бы задолбался. Да не, понятно, ну слава яйца все-таки.
Не, куча логичных выводов бывает. Склепы, тут есть транспорт, так что как бы спринт тут не особо влияет. Ну здесь-то, допустим, здесь-то без спринта уже было бы как-то это долго и нудно. Да не, нормально, как в обливе. А так капитализм взывает к тебе. Safety torch, put it in a fire, safety torch. Do you like my sword, 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 my diamond sword, sword? What? Do you not like my... помню, как там дальше. You cannot afford, afford, afford my diamond sword, sword, even if you could, could, I have a patent. Ужас какой-то. Прекращайте поясничать. Ты мне не начальник. О, лол. Так, что я поднял-то хоть? У меня уже настолько развит навык стаскивания лута, что я просто автопилотом поднимаю все, что выпадает, и не успеваю заметить, что я поднял. А если это активированную гранату о броню? А она же не подбирается. Как жалко, а? Это тебе не Обливион, где можно в карман подложить взрывное устройство. Точнее, Fallout. В Обливионе не было. В Обливионе яды можно подложить. Кстати, а кто этот в третий или в Нью-Вегас? Вообще, реально чуваки, как-нибудь... я нашел в кармане какое-то странное яблоко, которое я с собой не брал. Я, наверное, его съем. Логика Обливиона чувак... просто железная. А в Fallout... Черт. Так, где тут... Ну, верните мне... Это кто в Fallout там или в Нью-Вегас играл, там вообще реально пройти игру этими либо рукопашником, либо просто ближним боем. Да без проблем! Я тоже хотел за Кеншира играть. Во-во. Не, я не за Кеншира. Там рукопашный урон один из самых высоких. Я хотел Гатсом, хотел двуручный меч мутанта. Нужно больше хила. Так, по-моему, у нас кто-то отстает. А, нет, все на месте. Я по уровню отстаю, чувак. Это что было? Это твой голос был. А, ну, я же псих. Ух ты, ё-моё! Он меня шпиляет. Ой. А? Чё? А, не успел, блин, гадство. Навык пустую просто. Давай, Даск. Убивайте их полностью. Так, патрончики. I'm a superhero! Я ж просил не убивать. Откуда мне хп реген такой мощный? Ладно, я пока лук потягаю. О! Ну-ка, 5 сек. Не показалось? Да, показалось. Это обыкновенный пулемет. Жестокость кому-то в дом залез. Крестись, Даск. Чтоб не казалось. Ай-яй-яй. Мне просто показалось, что там был электрический пулемет. Дынц. Фак. Да чё за нафиг, как я мог промахнуться с 15 сантиметров? Благодарен. Да подвиньтесь вы, ё-моё. Отрежем ему яйца. Нес, ну серьезно. Тебя же смотрят твои подписчики. Как ты можешь? Вдруг там дети есть. Да. Я, например, в душе ребенок. А ты... Филка! А я бегаю и собираю все. Окей, тебе и филка нужна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да кто меня убивает-то, блин? Умри сам, лол, я самоубийство случайно сделал. Левел ап, наконец-то.
Да, ты куда там? Помочь! Да нет, у меня тут. У меня тут бандит спокойненько увидел, что я как бы типа подгорел немножко и спокойненькой походкой пошел в дом. Прогулкой такой. Перестал даже стрелять в меня. Вы что, стригерили босса, что ли? Ну молодцы, теперь придется его мочить вместе с обычными противниками. Так, помощь. Мне надо отойти. Так. Алло. Так, твою за ногу! Эй, вы что там угораете, что ли? Умирай! Ух ты! Мне нравится так мой новый пистолет. Дест, я тебя подниму. Я поджег обезьяну! Тоже мне достижение. Ай! О, хорошо. О, офигеть, я его гранатами раздолбил этими бесполезными. На тебе! Мой. Какие пушки из дробана в упор. Кошки лопаются, как перезрелые арбузы. Блин. Я танцую в воздухе. Ах, ё-моё, тут опять эти понавылезли. Нормально. Сейчас я снимем их. Я просто мастер уклонения. Я реально Ой. Просто с 4 хп уклонялся от них бегать. Ты же Даск. Блин, как же много перезаряжает-то. Какие же пистолетики выпали. Должен стащить. Вот. А, Оки, ты же дохнешь, нет? А, не дохнешь. Все, уже не дохну. Есть. Что на новенького? Горите в огне, уроды! Да я его сейчас запинаю, не трогайте его, блин! Ну спасибо! Ну и куда ты пошел? Иди сюда, поднимай меня! Нефиг было его запинать! Да, без паники, сейчас буду! Да не ты, это Оки! Вот, пока ты там бегал, лут сперли, Оки, спасибо. Да не за что, всегда пожалуйста. Воспламеняющие. Оки всегда поможет. Эй, кто-то меня шмаляет, кто такой наглый? Даск, если там кто-нибудь будет, не убивай, я хочу попробовать новое оружие. Так, нет, мне такие стволы совсем не нравятся. Блин! Мне так ничего не подобрало. Я тормоз. Эй, блин. Еще и в стенке застрял. Ну вообще зашибись. Понятно, это оружие чисто ради статус-эффектов. Так, подняли там всех. Меня поднимите! Подняли всех, блин. А чё, не мы тебя роняли, не нам тебя и поднимать? Да вообще, слушай. Пушки. Наконец-то можно продать ненужные, купить нужные. Пушки. О, дробовик наконец-то нормальный. О, ракетный автомат, отлично. Красивый пострел. Тугой пруд. Это револьвер такой поставлю. Блин, твой сраный жестокус мне обзора загораживает. Не обзывай его, у него ранимая душа. Он машина, у него нет души. Сейчас будет. Ты Оки, у тебя тоже нету души.
Но сердце, по крайней мере, у него есть. Сердце у этого робота есть. А голова? Голова должна быть. Не знаю, что за хочу из этого. Отлично. О, а теперь посмотрите на мой замечательный ракетный автомат. Дай посмотреть. Нет. Так. Это ракетный автомат. Че, никогда ракетных автоматов не видел, что ли? Почему у меня на двери висит разорванное полотно? Кто его разорвал? Кто посмел? Кому засунуть этот большой красный дробовик? Надо было слово дробовик. У меня зеленый. Кому засунуть этот большой красный? Ствол. Да, так лучше. У меня зеленый. Большой зеленый кошмар. Дест, тебе нужно лечиться. Реально. А, щит! О, настоящий быстрострел. Да блин, ну, просто замечательно. Ладно, идите без меня. Тут банально невидимая стена, через которую я тупо пройти не могу, чтобы выжить. Если кто-то сверху с бортика может свеситься и меня поднять, то, пожалуйста, сделайте это. Так, сейчас попробую. Эй, блин, да почему я все время застреваю в лестнице-то? Поднимите меня! Нет! Не выходит! На, тебе. Не хватает! Все, вот тут. Я добил, чтоб не мучился. Ой, сучочки. Побежали. О, лол. Я еще и обгоню сейчас вас. Ну, почти что обогнал. Склепыч, ты не туда пошел, нам нужно еще одну локу зачистить. Там, где я, по-моему. Да. Там, где Дест. Там, я бегу, кстати, будет еще. Там, кстати, будет еще один ящик сейчас. Отойди с дороги, блин. Я под навыком. Какой-то хреновый ствол. Из него что-то зеленое выпало, соберите. А, ладно, я сам тогда соберу. Что-то фу, когда из трупа выпадает что-то зеленое, нормальные люди не будут это подбирать. Это не нормальные. А вы нормальные люди по твоему. Это Borderlands, здесь нет нормальных людей. Здесь есть те, кто хотят лут. Поднимите меня! О, yes. Я еще похожу. Нет! Эх, я не могу запрыгнуть вашу да ногу. Да господи, что ж ты так долго там перед? Я готов. Никто не будет меня спасать. Ну, я попробую. Мародер очнулся. Я тут, Токи! Можете не беспокоиться, весь лут, что я нашел, вошел в меня. Вау! Привет, Даск. Я Даск. Я отомщу за вас. Я последний Моки. Да. Ой, ты был первый Моки. Так, а, кстати, еще не факт, что весь лут вошел. Сейчас узнаем, весь или не весь. Последний лут открываю. Это мое? А где телевизор? Какой телевизор? Ты чё такого накурил, что у тебя телевизор не лечится? Да нет, тут диван стоит. Я спрашиваю, где телевизор. Ну, я до сих пор из-за того, что ты вынесёте туда-сюда, не прокачал ни хрена.
прокачивай тогда пока. Не знаю, я просто иду и шмаляю. Я вообще не знаю, куда иду, я просто шмаляю все, во все, что движется. Да, кстати, мне тоже надо прокачаться. Да, оп, кстати. Пройти, дайте. Вообще, блин. Рубиявы. Мерзавцы, так. О, так. Че, у меня только одну очку навыков. Ну, все так же в хил. Все в хил. Я вот сейчас посмотрю, что это вообще из себя такое представляет. Гранде Хиляо. Минус. Я стояло и хиляло. Я он хао хисту мало. Можно не лазить. Пошли. А, там еще что ли кто-то вылез? Какой вид? Да блин. Хлебок, что за еще за сволочь? Какого там мочить я хочу? Готов. Здрасте. Нет. Я любил тебя. Что, теперь брать пленных? Сейчас ты там занимаешься. Теперь я берем не могу порвать флаг. А, вот все, разобрался, как это теперь сделать. Теперь берем пленных и насилуем их женщин. Так. И только я ни хрена путевого не подобрал, а? Блин, ну окей, как обычно. Да что такое, блин, я две обоймы израсходовал и не порвал флаг. Фу. Даск не может, флаг. Даск, а тут уже максимальный уровень не ограничен или ограничен? 62, по-моему. Фак. Или 72 максимальный уровень. Все равно фак. Я не хочу, чтобы был ограничен. Ага, чтобы да ты сначала до 62 сначала докачайся. Действительно. Все равно. Одно прохождение игры это максимум 35 левел. Это максимум 35 левел. Вообще я обычно так же, как Оки, сирену качал, но не в хил, а наоборот. В дамаг. Не в хил, а наоборот, в антихил. Да, револьвер со снайперским прицелом. Это нормально, кстати. О! Кому докторский дробовик? О, у него плюс 72% криты, я его себе оставлю тогда. Зачем спрашивал? Ну, я не думал, что я его себе оставлю. Тем более, это докторский дробовик. Вдруг Оки бы захотел себе докторский дробовик. Док медицинский дробовик. Эй. У меня 241 хп. Кто хочет помериться запасом здоровья? Тест, вот тебя я не успею спасти. А Оки успеют. А Оки сам. Так, мы сейчас куда? Да ты заколебал уже перезаряжаться, господи! А что ты хотел, чтобы у него был резиновый боезапас, что ли? Ну, да. Да, вовремя ты, конечно же, стакуса врубил. Нормально. Дест, жамкай кнопку. Мы покидаем эту зону. We leave. Я сказал кнопку жамкай, а не беги к нам. Призрак несчастный. Уйди, жестокус, ты меня пугаешь. Он жесток. Внешностью, своим именем. Кто были твои родители? Почему они тебя так назвали? Склеп? Да я показал, что это достойное имя. Но Гейдж, собственно, родитель. Лови.
Короче, господа, Мору как-то выпал пистолет особый, той же компании, что у меня дробовик. Так вот, эта хрень, она летела бумерангом. И просто Мор говорил, что с помощью этой хрени он хранителя замочил где-то раза с попаданий 5-6. Да, тебе поджигатель не нужен? Нет, зачем мне? Вот, эта хрень была вот такая штучка. Этот самый пистолет, он как бумеранг вращался и попадал, наносил урон случайному вообще на поле боя противнику. Прикольно. Я что-то такого не помню, это значит что-то из аддонов. Потому что я только чисто играл в аддон. Он реально очень долго играл, он несколько раз проходил игру. А, ну тогда это... Нет, это все равно из аддонов, потому что я изучал в свое время списки оружия. Мне иногда кажется, что персонажа, блин, у персонажей лучшее чувство юмора, чем у меня, нафиг. Точнее, у моего персонажа, блин. Ну, у них реально лучшее чувство юмора, а что? Не согласен. Собственно, и все. У них просто оно хорошее, как минимум. Просто их сценаристы продумывали лучше, чем Оки-Оки. Тест, зачем ты побежал вплотную к бочке, которую я решил взорвать? А почему за меня сценаристы ничего не продумывали? Меня сценаристы не продумывали, я что-то не понял. Ну, я тоже хочу. Ты просто был не так задуман, как ты хотел. Я застелил тебя фраг, Оки. Блин! Оки не может паркур. Так, вы куда идете? Нам сейчас направо. Ну а мы должны квест сдать, наверное. Ну вот я и говорю, нам сейчас направо, а не наверх. Ну я в школе не учился, я не знаю, где право, где лево. Ты серьезно или нет? Конечно, серьезно. Какой кошмар. Да. Ой. Господи. Ой, твою за ногу. Ты подкрался сзади, а? Не учили общаться с дамой, что ли? Оки, ты мужик. Да? Почему у меня титьки и синие, и длинные синие волосы? Стой. У вас торчит из Деста сейчас мой топор? Из Деста? Короче, я могу метать топоры под навыками, они, короче, застревают в игроках и из них торчат. Круто. Я даже, когда с другом играл... Вызывает у меня опасения. Что? Желание желание засовывать людям топоры в места. Кошмар. Наточил я свой топор. Говоришь, Голандор. Время продавать. Продать. Так. А теперь у нас остался... Да, только один квест. Пошли. А этот магазин можешь не ходить, там вряд ли что-то будет лучше, чем у тебя есть сейчас. Это так, на всякий случай. Не, это редко, конечно, бывает, то, что там реально хорошее оружие выпадает, но это редко. Кожаный револьвер. Оригинально. Так. Дест, стоим, ждем. Так. Пить, что ли? Нет, а я пока погреюсь. Моя поджигающая плюха мне нравится больше. А я греюсь. А я смотрю в фонарик. Не в фонарик, а в бинокль. Фонарик. Окей, хочешь погреться? Присоединяйся. Шашлычки делать. Как выйти из этой штуки? А, эскейпом. Все. Пошли. Погодите, ёшкин кот. Даст, он прикинь, а меня нет. Да, прикинь, какая жестокая это судьба застрять глазом в телескопе. Нормальная судьба, чё тебе не нравится. Встроенный телескоп в глаз. Можно подглядывать. Так телескоп-то стационарный. Ну. Силушки должно хватить. Сделай его мобильным, проблема, что ли.
При наличии хорошей кувалды и прямых рук можно все что угодно сделать мобильным. Если ты застрял после того, как кувалду нашел. Это твой. Покачались мы, понимаешь ли, на второуровневых противников прёмся. В этом весь бордер. Жестоко тут разлетался. Не мешайте ему летать. Смотрите, смотрите, КТ летит, а его даже никто не пнул. Так кому ты нужен? А это? Обидно. КТ на... Я почему-то, когда вспоминаю эту твою фразу КТ на шарике, я ее почему-то вспоминаю в виде КТ на палочке. Почему? КТ на палочке? КТ на палочке. Ой, кто это так улетел? Ты. Ой, ей-ей-ей-ей. Чем вы, блин, там занимаетесь? Слушай, я как летаю. Джек рассказывает про жабца. А, это я помню. Сейчас я уйду в навык и буду распинывать турельку. Бум, его брат Бэм. Да ты прав. Блин, я вообще летел не в туда. Я его буду утыкивать своими топорами. Дэс, тебя поднять или ты сам? Да лучше поднять, я не успею, боюсь. Да блин, вы, Бэма пришли. Вы нафиг ко мне пришли? Я тут пытаюсь его по кругу водить. Да похрен. Всё моё. На тебе раз, на тебе два. Факт. Псих, иди сюда. Все. Бомбим его. Разделяй, властвуй. У меня что, уже нету места? Когда я успел? А, у меня много всякой херни непонятной. Стой! Летуны прилетели. Уйди отсюда! Саурон! Я весь лут собрал. А вот и не весь. Один чемоданчик с патронами пропустил. А, я про я не про этот лут. Он про, блин, самый дойдите важный. Дойдите кто-нибудь до клапора ползу, а? Сундучок. А, кстати, о птичках надо левел раскидать. Я отсюда деск, это мой сундучок. Это все мое. Это мой корабль. Теперь я буду бумом. А бэмом кто будет? Не знаю. Допустим. От тебя лут падает, Токи. Главные ракеты мои не жуйте. А если они вкусные? Это не, это меня не волнует. Они не для вас предназначены. Я мазохист, а ракеты вкусные. Мне нужен дробовик. Быщ-быщ. Могу тебе подарить, могу тебе потрейдить на что-нибудь похожее другое. Буду рад. Быщ-быщ. Все, я больше карасики. Вы, кстати, не все собрали еще тут. Я по гранату мост по соседу не поставлю. Геймбокс, иди сюда. Ой, я же еще не прокачался. Так, что еще? Так, что тут, кстати? Эй, столько пистолетов, я даже на не что, знаю. На что-нибудь трофей. Еще. Окей, давай. И еще. Не, так. Я говорю, ты что-нибудь еще можешь дать? А. Какую-то херню. У меня гранаты одни.
Ну, такого нет, оружия нету, автомата подобного. А, боевой стрелковый Гретгат. Эй, чуваки, у нас проблемы. Вот это хрень. Окей. Давай скорей. 3, 2, 1. О, блин. Ой. Я швырнул рандомный топор. Зачем? Ну, я был в навыке, и навык заканчивался. Почему бы не швырнуть рандомный топор? Действительно, у меня были лишние гранаты. Не сбивайте, дайте им долететь до нас. Не попал, ну фу, блин, не трогайте их, не отпугивайте. Да, блядь. Лол, я на нее запрыгнул. Оседлай, будешь это всадником. Да хватит их добивать, дайте я хочу швырнуть. А, они из-за этих бандитов гребаных. Все, побежали. Я спасу себя. Огненный пистолет, если что. Блин, что ж ничего автомата подобное не выпадает? Кто из вас схавал огонь так, что его на меня хватило? Вы что тут творите? Что вы тут творите, а? Меня бомбануло. Я не видел. Полыхался не было. Правда, у меня одни пистолеты и одна единственная снайперская винтовка. Потому что ты неудачник, а за застрелял. Гори, гори, скотина! Все сгорите в священном огне. От меня перекатываешься, урод. Вот ведь. Лечилка. Спёр. Лечилка. Лечилка. Народ, у меня тут передо мной только один долбанный безбашенный мародер. Блин, наверное, надо было брать Зеро и бегать с этим дробаном. А, все, я готов. Почему из вас никто меня не спас? Не то? Так. Сейчас будет магазинчик. Я тебя не спас, я думал, ты успеешь мародера добить? Я вроде дробовик. Он безбашенный был. Да, вы, главное, моих противников не добиваете, и все. Лучше просьб нет. Да блин, 4 пистолета! В ящике. Я сколько хочу какое-нибудь нормальное оружие, но нет, одни пистолеты. Блин! А вот я теперь умру. А, слышь, мне банально времени не хватит добить противника. Щит. Нет, не щит. Сейчас что-нибудь себе нормальненько подберу. А, вы магазин нашли, где находится? Не, стволы нашел. А где этот магазин, кстати, мне интересно? Там отображен магазин на карте, но где он, я так и не понял. Я, кстати, тоже снимался. Он где-то в каком-то метафизическом пространстве. А, он над нами находится, я и забыл. Лол. Далеко вверху.
Вы лут весь похватали уже везде. Да. Кстати, жестокус забагал и стоял у стены. Понятно. Я его отчитаю, если тебе станет от этого легче. Что там выпало? Опять пистолет. Автомат. Где магазин? А он наверху. Все, уже увидел эту хрень. У нас сейчас будет ближе здесь другой магазин. О, рыба! Купить глазами не дадут? Глазами а, купить будет можно только щиты. Это будет медицинский магазин. Не трогайте пока. Ну хотя бы лут сбросить, это уже хорошо. Чуваков не трогайте. Не-не-не-не-не, байбэк, байбэк. Где эта граната, где эта граната? Байбэк. Блин. Я хочу в бочку шмальнуть! Я хочу шмальнуть в бочку! В бочку! Даск взорвал мою бочку! Даск, как ты мог? Это моя бочка! Я в нее целюсь! Найди себе свою! Ты лучше бандитов помогай валить. Ща помогу. Мне нужно найти нормальный дробаш или нормальную винтовку. Что мне вообще подобрал-то? Хрень. Что интересного? Если я не чувствую, как в магазине конфет. Потому что ты пошли, не в магазине конфет. Кто там кушает? Это я. Приятного аппетита. Благодарен. Да подвиньтесь, вы, ё-моё, встанут на дороге и стоят. Упоротые какие-то. Ой, ё-моё. Эй. А с какой стороны? Гайм зашёл в разговор. Так, всё плохо. Слушай, народ, эта девчонка же она для ближнего боя, да? Для, в смысле, для дробашей, да? Для электро, я же сказал. Она инженер. У нее бонусы к электрическому. Я не вид урона. Так оптимизация у нее просто по электрическому. В ближний тут только я и Зеро. Не, я просто посмотрел, у нее там навыки повышения щитов, это же самая анархия. Я тебе говорю, она для ближнего боя тут реальные бусты только есть у меня и у Зеро. Причем у меня понятно. Вообще гигантские. У меня я. Ну, Зеро еще готовки. Понимаешь, я на 50 уровне критами с ближнего боя выбиваю по лимону. Когда свой собственный запас хп всего 100 штук. И это еще у меня он увеличен был нехило так, поэтому 100 штук было. Поднимите меня кто-нибудь, пожалуйста. Сейчас буду. Мне банально точности не хватает допинать этого мародера. Окей, а, прикрой. Все, а. Я застрял. Не застрял. Фак. Да ты заколебал перезаряжать, господи. Черт. Одни перезарядки. Найди бандитский пистолет. У него гигантские обоймы и низкая скорострельность. Перезаряжаться ты будешь очень редко. У меня вот 84 патрона в обойме, но он у меня еще двухстрельный. То есть по два патрона за выстрел, два выстрела. Не, у меня в дробаше 4, но я его не променяю, потому что он неплохо вроде шмаляет. В пистолете 9. И обе хрени заряжаются долго. Да, не умею. Подбирайте оружие, ну что поделать. А кто умеет? Я. Как я нескромно. Я знаю, чем... А, кстати, я заметил ящик с лутом. Пойду до него сбегаю. Даск, увидишь дробовик и скажи мне, а? Нет, тут одни щиты. А чем тебе твои не нравятся? Так... Немного не то. Бери дробовик, Джейкобс, не прокадаешь.
если тебе именно урон важен. Мне все важно. Скорострельность и точность — это Гиперион. Тидион. Ну, скорострельность и точность для дробаша — это не самое такое. Вообще-то ты не прав. Иметь возможность вложить с расстояния в 2 метра вообще все патроны в голову — это очень так нехило. Конечно, понятно. Да, добьешь? Конечно, добью, я его даже ближним боем запинаю, чисто из принципа. Погнали. Погодите. Ну, я пока ящики собираю еще. Все, все готовы? Дест, ты куда там пропал? Пошли. Я апгрейдился. Ну что, давайте. Раз тебе. Два тебе. Лол, посмотрите на вот этого вот мужика, который в двери застрял. Блин, я уже чисто чуть ли не из принципа только в голову шмаля из снайпера. Я делаю то же самое, но из дробовика. Так я всю прошлую игру играл только снайпом. Ну блин, я вообще-то тоже критую постоянно. Я пожизненно стреляю меткой и при этом любым классом. Дробовиков никого у кого нет угодных? Нету. У меня есть какой-то, но не так, хотя... А, нет, нет. На секунду показалось, что есть. Поднимите Клаптра победного. Он сейчас там изноет. Чего? Клаптра... Клаптор, поговорю, поднимите бедного. А ну его! Блин, не то сделал. Пусть... Ладно, сейчас поменяем. Ату его! Ату, туту! Туту, ату. Так, ту-ту сейчас его. Под... Так, он уже прибежал? Клаптор почти. Так, отлично, я еще успею все продать. Давай быстрей. Все, успел. Ай! Эй, так, меня... я сокращаю расстояние, потому что как только он спрыгнет, я сразу пойду его навыком долбить. Окей. Мы я молимся просто... за тебя. Ну, я ему могу до пол ХП, в принципе, снести под навыком. Главное не умереть за это время. Главное нам его спровоцировать на себя, а ты уже дело сделай. Ну, он сейчас на меня сагрится, потому что я уже на платформе и далеко вперед убежал. Работайте, работайте. Понесли их? Блин! Да, блин, задрало. Не успел. Этот огненный его арбор, он меня бесит. Я не могу ему урона нормально в ближнем бою наносить. Нормально отстану. Мое седалище, оно полыхает. Help me! Так, Дест, все. У меня тут тихо, спокойно. Плинты не бегают. Пина тоже. Нет. Так, какой-то... А он опять поджегся. Да что такое? Стоит мне уйти в ближний бой, он сразу себя поджигает. И ближние атаки по нему банально не проходят. Поднимите меня, а? Близко противника. Да блин, он не дает мне... Так, сейчас... Да, да не отбегай! Дес, отойди нафиг! Ну, он гранатами кидает, отпугивает меня. Фу-то отпугивает, откидывает. Ау. Хватит перезаряжаться, господи. Ой, блин. Продолжаем маскарад. С меня 200 баксов сняли. Еще не смертельно. У меня
было 5К, теперь 4800. Окей, а душа... ты можешь его засадить в этот, в шарик? Да, я перезаряжаю. Так, ай. Давай быстрее, у меня навык готов. На тебе, сандалит, хэдшот, дробаша. Добили. И таск весь лут забрал. Конечно. Я хочу его кирку. Пороховой бочонок. Хочу быть боссом и иметь собственный кровь. Чпок. У всех есть лут! Ё моё! Я успел? Или нет? Нет, я не успел. Короче, народ, признавайтесь, у кого дробовик хороший? Не у меня. Мне вообще ничего не досталось. Я вначале подберу себе дробовик. Из этих двух. Мне вообще ничего не досталось, кроме патронов. Короче, ладно. От Даска надо отдельно прокачиваться. А, стоп. Ну-ка, 5 секунд. Ага, все, решено. Гифты вам. На сдачу, как говорится. Ну и ты чё убежал? Я там два дробовика выбросил на пол. Где я? Ну теперь спрашиваю у остальных. Да я сын дробовики подобрал. Да? Выкидывай. Сейчас. Окич, ты где? Где? На. Я паркур! О, оки паркур! Оки может паркур? Уи! Ты что, вниз что ли прыгнул? Или... А, ты наверх залез? Стой, ты подожди, я хочу туда же, где ты залезть. Я потому что, по-моему, до самого верха как-то не забирался. А, стоп! Лол, почему я такой тупой? Ну-ка на антенну могу, интересно. На антенну! Да блин! Оки не может на антенну! Подожди, а как ты наверх туда залез? А вон, видишь, вон этот, который рядом с уровнем-то, кран. Я по нему. Да ты прям ассасин. А, ты по крану что ли? Он стехметаллический. Да я понял, по крану-то это фигня. По крану не хардкорно. Снизу, да, снизу не хардкорно. Ой, по крану то есть не хардкорно. Эй! Я сейчас сделаю рисковый прыжок. Запускайте телепорт. Ну, кстати, тоже. Я бы успел. Нет, не успел. Ну, я, по крайней мере, увидел то, что я не долетаю. Если бы я провалился вниз, я бы умер. Так что все нормально. Так даже лучше. Заспавнимся бы нежитью. Нет, вам бы просто переход отменили. При моей смерти. Да блин.
Кого? Сифонит. Я же говорил, может, если хотите, я могу передать наушники вентилятору, поговорите с ним. Давай. Нет, я говорю, у кого ты игру сифонила. Не, я не против, я люблю друзей заводить среди неодушевленных предметов. У меня просто игру кого-то сифонила. Так. Меня. О, наконец-то! Наконец-то я нашел такой дробовик, который мне нравится. Кому-то ракетный дробовик надо? Давай мне. Не против. Не, у меня лучше был. А машину никто не... А, тут нельзя еще. Привет! Кстати, у меня после 26 уровня будет в ближнем бою форма такая же, как у безбашенного психа. Поднимите меня. Да я пытаюсь. А про меня забыли. У меня ракета не заряжена. Нравится у моего персонажа, когда прокачиваешь уровень. Он говорит такую фразу: too many icons. Да, скопь, я все забрал. Кому няшный револьвер? Нет, няшный дробовик есть. Вы главное этим пушкам не дайте упасть вниз. Делить уже там сами будете. О, ура! Я нашел гиперионский дробовик. Белый зато нашел. Вот, кто хочет увидеть, почему я люблю гиперионские дробовики, где вы? Давай. Вот смотри. У них это, со временем стрельбы повышается меткость. У меня 5 патронов в обойме. Уже после третий выстрел идет без отдачи совсем. Это хрень, что называется дробовик? Ой, да, господи, дробовик. Оказалось, револьвер. Да, вот я тебе и говорю. Ну что, пошли, народ. У них бешеная точность. И после третьего выстрела отдача отсутствует вообще. А да, им сидит и слушает. Извращенец. Увы, только 4 слота. Больше я сделать не могу. А, кому нужен мощный дробовик? Давай мне. Освободился, если гиперионовский возьму. Да, им только подключился, оно не наговаривать. Могу еще отдать... Молча слушает, извращенец. Мадо, могу отдать огненный пистолет, если кому-то надо. Да нет, окей, я всегда подключаюсь, когда у меня улетает. Никому не надо огненный пистолет. Да, у меня есть. Вроде бы. У меня мощный огненный пистолет, в этом вся суть его. Да давай. Мне нравится привычка. Мне заколебал, хочу что-нибудь новое. На. Это вот лут с босса. Эй, черт, так сейчас. Вы там кого? Только этого убили, что ли? Надо продать хотел с самого начала. Так, а вы сейчас кого только что убили? Сейчас я шмаляю из большой пушки. Так, ну, большой пушкой я называю. Тест, ты не умеешь водить, ты в курсе? Сейчас. Совсем не умеешь. А, Склепыч, ты еще не видел, как что, я. Что, нельзя палки долбануть? Вопрос. Где мой самый любимый звук? Окей, ты поедешь тестом. Так. Чур я за турельку, мне лень.
вести. Кислотная сеть. Я выпил. О, нельзя. Синий щит. Курьер с РПГ. Да, ему нет, спит, никому за руль сесть. Окей, садись. Залезайте ко мне в машину кто-нибудь. Все, поехал. Мы будем пил-пил. Или поставили лысый? Что ты? Я говорил, ты ее умеешь водить. Дай я сяду. Ляск, ты куда смылся, мерзавец? Ты куда пошел? Я за лутом пошел. Я за лутом пошел. Дэс не может вождение, это совершенно ясно. Ты не видел, как я вожу. Я не сразу смог вкурить, что эта сволочь поворачивает мышками, блин. Я вообще не сразу пытаюсь вести, не получается ни хрена, блин. Вы долго еще? Не сразу. Наконец-то. Ау, блин, кто тут говорил, что он хорошо водит? Хватит мне прицел сбивать. Блин, дурацкий физик. Трупики реально оказывают сопротивление вождению. Она пошла, оно все в пенюки, правильно? Нет. Я хочу бабах. Он не хочет бабах. Ты что делаешь? Поехали. Бабах! Нет, вначале мы всех добьем, больше опыта. Вы опыт набиваете? Да. Да вам он тоже делит. Покачаемся, будем круче вас. Мы качаемся, а еще делаем бабах. О, хочу птиц сбить. Сбить птиц. Сбить птиц из танка. У меня это эффективнее получается, как ни странно. Ясен, Петя, у тебя пулемет. Ну, зато ты можешь точнее стрелять. И убивать их мать. Утиная охота. Утиная охота. Блин, как жестокость. Вы что, уже по квесту, что ли, поехали? А, кстати. Нет, мы все еще тут. Давайте, давайте выезжайте еще. Мы сходим до одного места, где можно двух уников запинать. Насилие, это весело. Ой, мы горим. Сейчас потушимся. Давай, добиваем их, Оки, добиваем. Ну, кого? Ну. Кого? Мы кого бьем? Вот этих вот гадов. Ай, я застрял. Замечательно. Лузер! Так. Пьяный Даск, да выпендривался. Тихо, сиди в машине. Сейчас я выпину нас с тобой отсюда. Блин, не получается. Вызывай эвакуатор. Я твой персональный эвакуатор. Все. Смотри, какой я качок. Да блин, слезьте вы с меня, ё-моё, я сейчас тут сам застряну. Это я и то эффективнее выбиваю его, по-моему. Потому что я уже выбил из того места, где оно застряло. Поехали. Да, конечно. Так, я хочу уничтожить Луну. Я буду у нее шмалять. Кто-нибудь оставайтесь, двое в машинах и двое и один за мной. Я пошел за Даском. Окей. Робот, катаемся за меня. Ты куда побежал? Твой робот чуть не забрал мое спасение. Даск, спаси меня, ёшкин кот. У меня тут безбашенный кочевник, какой тебя спасать? Да блин! Ведите его сюда, господи! А теперь настанет час вашего времени, кто в машинах сидит. Достанет. Мы сначала доехать должны. Дэс, залезай. Что за фигня? Я тебе пушку купил. Эта дверка не открывается. Отлично. Она должна была открыться. Значит, мы что-то сделали не так.
Так, а что при прицеливании у меня появилась какая-то заряжающаяся полоса? Сейчас не появляется. Она, по-моему, только при прицеливании работает. А, стоп, там лут, там лут. А, где? Вот. Там. Где? Притер... Интересно. Неужели они выпустили патч, который убирает этот баг? Замечательно просто. А, вот еще один противник вылез. Теперь ясно, что не открыл. Тут лут? Где тут лут? Там. Нест, ёшкин кот! Окей, ты готов? Вон там вот как раз лут. Точнее, там что-то... Окей, ты готов? Куча зелененьких точечек. Да готов, готов. Да что такое? Почему эта дверь не открывается? Едьте, давайте к нам уже. Я на позвол, пусть Оба, все. Давайте к нам уже, а? Да я еду, Дес там доберется, наверное. Я не могу понять... я там лут собираю. Я не могу понять, походу они пофиксили этот баг. Тут, короче, просто есть два квестовых чувака хай-левельных, и за ними сундук. Их можно открыть дважды. Один раз просто приехать, второй раз... Дикарли, да? А их что-то сейчас... Они что-то сейчас не открываются, дверка. Не могу понять, почему. Мне лень выходить из машины. Тут тепло, светло и пушка большая. Да, тебе главное, чтобы пушка была побольше. А, да. я тут немного. У меня комплекс. Тихо хихикает. У меня комплекс, и у меня должна быть большая пушка. Нет, серьезно, так. Почему дверка не открывается, я не понял. Нет, они не могли эти пофиксировать. Рокет джамп. Прыгай, даски, я тебе руки. Дес, блин! Твою за ногу. Не порт мою тачку! На тебе! Это моя тачка. Я тебя пушкой зашибу. Даск впихивает невпихуемые. Сейчас впихаем. Ты не видел, как я парковался в первой части Borderlands? Спасибо за уровень, кстати. Да блин! Дес, доставай меня! Погодь! На мне какой-то мужик не из такой странной национальности. Так, секунду, я его сейчас грохну, не трогай его! Не трогай его, это мужик не твой. Да, он мой. Не трогай! Я его люблю! Все. Да что такое? Вы там где? Что за тупая физика? Спроси, что там, что вы двое, робот и мужики невнятной национальности там делаете? Убиваем лапаемся. Кстати, может быть из-за вас эта дверь не открывается, так что это может ваша вина. Все, короче, определить. Жгучий кактус, это моб. Ёптель моптель, это крутой кактус. Да, составь кактус. У него высокий уровень. Так, модификация. Блин, я смотрю на это и хрена один хрен не понимаю. И беру то, что красивше. Дэс, ты сам доедешь, да? Своих двоих. Доеду, когда проходит этот кактус. Ты не можешь упинать кактус? Кактус тебя победил? Ты проиграл кактус. Это у вас проблема с кактусами, хотите это обсудить? Этот кактус неуязвимый. На самом деле ты не умеешь его убивать. Хочешь, я тебе докажу? Ну, попробуй. Так, покажи мне тот кактус. Я где-то тут. Да отойди ты, Даск, блин! Что? Что-нибудь не так? Ну сейчас тебя мочканут и это... И все наладится. Твой труп вряд ли так будет мешать, как ты. Я могу вообще лечь на пулемет, на твою ракетницу. Вот так вот.
Блин, сейчас они. Так, ну все, пускай они тебя мочат. Короче. Так, покажите мне ваш кактус. А, вот жгучий кактус 8 уровня. Смотрите. Вот вы неудачники, а. Классно, позвали это брату, чтобы кактус замочить. Во! Я убил кактус. Молодец, прямо герой дал. Через несколько секунд он возродится и можно убить его будет снова. Вот. Какая радость, а? Снова я его убил. Уже два фрага сделал на кактусе. А Деста не может в кактус. Кактус победил Деста. Кля. Дест, позор тебе. Давай еще раз. Блин, эти подрывальщики достали уже. Я их тупо не успеваю убить. Все, я поехал. Таск, вымани его! Так я его повернул к тебе спиной, давай добивай. Я его, блин, не вижу толком. Его за стенку нахрен убрал. Это не я его убрал, это его взрывом отнесло. Help me! Help me! Подними меня! Сейчас. Поднимите мне таска! Да поднимайте меня, не стой рядом. На тебе. Сейчас меня, блин, придется поднимать! Даска, дай долг! Блин! Плохой даск. Ну, извините меня, я банально не успел. Мне из щенка выпал щит. Так, там опять еще зеленые поганки. А? Я тебя разбомбил. Итак, я высаживаюсь из этого транспорта. Я Нео! Эй, кто угнал мою тачку? Ну-ка вылазь из нее. Это нигеры! Даст, как они нигеры! Это клоны! Нига стал май байк! Байк! Нига стал май байк! Пакет забыли. Склеп, догони и дай ему звезды. Вау! Я на месте. Я телепорт сделал. Я сейчас Деста буду пытаться перевернуть. Вот место. Окей, ты зря к нему залез. Он сейчас будет у меня люлей получать. Что поделать? Кому-то же лезть в тачку надо. У девушки должен быть вечер. Планирую. Да блин, тупые трупики, я в них врезаюсь. Так, народ, давайте по квесту, а? Да, давайте лучше хренью помоемся. Я пошел отсюда. Вы мне надоели. Что ты делаешь, каянный? Обите демона! Ну ладно, я тогда по квесту полетел. Теперь это будет уфтан. Это World of Warcraft. Боевик. Вези меня. Я повезу тебя в волшебную страну. Ну-ну. На моем волшебном пативене. Окей, вылазь. Блин, промазал. Я хочу себе вот такую машину. В реальности? Не, в реальности бы тоже не отказался. Хотелка-то не это.
А чё? Хотеть надо много. А то неинтересно. Поехали. Несите меня, японские башмаки. Стой. Блин. Тест, дай я поеду. Не выйдет уже. Быстро. Машина вожделеет. Попинайте машину. Так слезь с нее, ща попинаем. Карате! Нет, лучше пинать, если водитель присутствует. Потому что если без водителя пинать, машину можно случайно взорвать. Стой, нигер! Стой, нигер! Нигер, нигер, стой! Помогите! Нигер, стол мой байк. Ну давай, иди сюда, посмотрим, кто сильнее, машина или человек. А я куда ты пошел, нигер? Кто сильнее, человек или нигер в машине? Сильнее тот, кто едет быстрее, кто ходит до своих двоих. Так. И кстати, машина идет под цвет моим волосам. Так. Я хочу сделать из этого монстра маунта. Так, почему здесь нету маунтов? А это что? Я хочу из монстра сделать маунта. Go stop my bike. Уихи! Мозговые поля, пиздец название. Вы чё сделал? Пошёл нафиг, нигер! Это спасибо, ты меня раздавил только что. Серьезно? Да, серьезно. Или это Оки? Если союзного игрока умирающего переехать, он умирает. А. Совсем. Я не вообще надо стрелкать. А, подожди. А, это я водитель? Я и да, не знал. Это Оки виноват. Хотя, если бы я знал, что так будет, я бы все равно это сделал. Ты куда поехал, блин? Пошли-ка по квесту, народ. Идите нафиг, у меня Мерс. У меня джип в Москве. Слушай, ты на кого колесо понял, Ара? Я твой выхлопной труба шатал. Он понял колесо? Он понял колесо на меня. Он понял колесо. Теперь он просвещенный. Я твой башенный народ. Я твой башенный народ. Да. Твой автомеханик шатал. Пистолетик. Лол, в твоем жестокусе застрял мой топор, причем где-то в воздухе. Ты мне ремонт сам оплачивать будешь, ясно? Меня не волнует ремонт, меня волнуют птички, которых я убиваю с дробовика. Лол, эти птички начали воевать с бандитами. Камон, нига! А, мы, кстати, этого чувака-то не поюзали. Мне вообще-то надо было в магазин сходить, ну ладно, я заходил. Сюда, нигеры. Эй, блин, да не на место водителя, черт, на место стрелка, дебил. Идиота, кусок. А я сварился. Так, все мобы-то, блин.
куда делись, идиоты? Вот, очень честно. Ух ты, мне винтовка выбилась. Ты не можешь, Клепыч, объяснить, зачем ты меня подпер? Когда я прикрывай, пока я поднимаю тебя. Успел. Иридиевая пушка, иридиевая. Я бы какая, целая иридия. Ау, я умер. Вот и сдохай со своей иридиевой пушкой. Ну и ладно, я от нее отступаю за пределами этой локации. Все, у меня патроны с того. Добили. Нет, это дробовик я буду использовать. Да, стопал без тут лутать. Подними меня луч. Да блин, я только хотел иридиевую пушку экипировать. Сначала я, потом иридий. Нет, иридий важнее. Кто у меня в напарниках? Пришло время. Это дробовик? Это дробовик-гранатомет. Причем огненный. Ау. Кто-нибудь меня поднимет? Зайди за стенку. Откуда вы беретесь? Блин, хватит вылезать уже. Блин! Твой жестокус только что мой хил спер. Давай сам как-нибудь, Даск. Аж, ага, сам как-нибудь. Вот теперь поднимай меня, нефиг было убивать этого. Да блин. Кто, блин! Зайди за стенку, тогда воскрешу. Так рядом со стеной, сядь рядом и поднимай. Тут водитель, блин, я ничего не понял. Куда моя таска поехала? Кобздец, я не успел домочить, вы что, офигевшие что ли, а? Это кто такой тут наглый, блин? Сволочи, блядь. Да блин. Я его добил. Мой! Да забирай, у меня уже место, по-моему, кончилось. Патрончик, наконец-то. Ой, не туда приехал. Идите оттуда нафиг. Да, ты сам сморачивайся. Нет, он убежал. Блин, как я сюда попал вообще? Он просто где вот туда за угол налево убежал и все. Да фак! Все, приехали. Да, а там еще безбашенный кочевник. И смогиум. Я главное не понял, где тот мелкий. Он убежал вот сюда, как раз за левый угол и пропал. Блин! Там, кстати, наверху коробка с лутом еще одна. Вот и не может в горку! Да блин! Да в чем я застреваю-то? Я ничего не пойму. Пошел отсюда вообще нафиг. Зато сейчас лут продадим. Короче, я все дробовики продал. У тебя был хороший дробовик там, а? Может быть, сейчас посмотрю. Ну, только гиперион, гиперионский дробовик неплохой есть. Дай-ка мне. Какой? Одно или двухствольный тебе? Одно. А двухствольный больше. Ладно, хрен с ним, поехали. Подожди, я еще не все продал просто. Так и ничего и нету, блин. Ты где?
Телепортируйся в машину к Десту. Хрен знает, куда Дест поехал. Дест, ты куда? Ты на квест? Тебе утяжеленная видимость. Окей, кто тебя водить учил в тяжелых условиях, Пандора? Никто. Окей, учили водить кто? Кто? Я кот, коты вообще не водят. Вы что, совсем обкурились? Мне проще пешком дойти, чем с Дестом ехать. А, все, нашел заполняющуюся полосу. Стой, вот Окей, замри на месте. Пожалуйста. Сдохните! Мне нужен хоть один противник. А, вот кактус, например. Это кто сейчас так заорал? Сдохните. Окей. 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 Ну вас нафиг, я пошел квест выполнять. Сдохни, предатель. Жаль, тут нету функции показать факт. Вроде был. Знаешь, что сейчас твоя сирена сказала? Сиденье липкое. Почему оно липкое? Я не заметил. Не понравилось. Сирена была за рулем, я был на турельке. Мы менялись сиденьями. Сначала ты сидел, да? Мы обменивались местами. Бабах. Лети отсюда. Блин, я так и не поебел, лол. Вот, как раз насчет этого. Сейчас квеста сдаем, и я пошел хавать вообще. Я пока покачаюсь, побегаю. Ты можешь и один покачаться, побегать. Сегодня еще будем играть или нет? Мне нравится то, что я думаю, чувак... что пока хватит. Мне нравится, как этот чувак голову поворачивает, когда я его бью. Типа, мол, что ты делаешь? Ну, не может ли Мак не видно его богатую мимику? Может, он там орет от боли? О, ракетная винтовка очередная или дробовик? Ракетная винтовка стоит... В общем, я пока выйду. Подожди, не выходи пока. Так, дробан или... Ну, можно, в принципе, тут стопнуться. Так, ладно, попробуем вот этот дробан возьмем, наверное. Чё, расходимся пока? Ну да. Окей, я пока останусь. Тогда выходите, так я вырублю сервак. Выходи. А, ладно. Ты можешь в соло побегать, покачаться. Только квесты не выполняй лучше. Хотя можешь, в принципе, и выполнять. Так все равно там новое будет. Ладно, я пока... Я же сервер. Главное, чтобы я дальше вас не продвигался по квестам. Давайте, удачи. Удачи.